Всем привет! Сегодня у нас будет видео вот с таким красивым кусочком. Я его поколола. Это у нас барсук. И теперь я буду здороваться не привет, девочки, а всем привет, потому что меня, оказывается, смотрят немало мальчиков. Поэтому и девочки, и мальчики, всем привет! Приступим. Довольно-таки пыльный сорт барсук. Довольно-таки плотный. Вкус пыльный. Сливочный. Очень вкусный сорт. Также у меня осталась паста с прошлого видео. Вот такая густая она, загустела. Сейчас мы с вами намажем и похрустим с пастой. Вот что у нас получилось. Из-за пасты начали немного подлипать, усилился пыльный вкус, а так, в принципе, ничего не поменялось. Этот сорт вообще без крупинки, сначала хрустит, а после превращается в нежную-нежную сливочную массу. Еще хотела сказать всем, что я не глотаю. Вот прям вообще нисколько. Вот вообще даже водой то, что я сейчас хрущу, я не запиваю вообще. А после съемки видео я иду чистить зубы. Так что, если вам не нравится, не смотрите мои видео, пожалуйста, не пишите никакой негатив. Просто выходите молча и все. А своему здоровью вредить я не хочу. Продолжим. Обожаю
разжевывать все до последней крупинки. Я как будто высасываю весь вкус. А потом остается просто безвкусное, кажется. Крем у нас, кстати, из Туркестана белого. Mm-hmm.